Вы на моем канале, Никита. И знаете что? Да, я так долго не снимал, потому что я болел. Ну да, и кто на тебе спеши, я. Ну, подманывать просто. Первая моя лего. Первая моя лего! Вы думаете, откуда? У меня много баксов. Откуда у меня столько баксов? Это правда, откуда? Вот откуда. Да, ребята, я так поднакопился. Ну и спать пакет. Это невыгодный трейд. Это обманка. Какой выгодный трейд? Правда, выгодный, очень превыгодный, пресильно выгодный. Очень превыгодный трейд, правда. Ой. Случайно спалился стуменная машинка, которая за кодики. Котик, я покажу, я котик, я вам слию. Но я забыл где этот листочек, и поэтому не смогу слить. А что я держал? Ты же летать умеешь, как всегда. Сколько бабосиков дают? 8. Невыгодно. Невыгодно. Надо других пэтов найти, у которых много. Да-да. Да, играют на планшете. И что вы мне сделаете? Блин, я не могу на StarPGT зарегистрироваться. Если зарегистрируюсь, куплю крутых пэтов, зайду на приглашенный бота в друзья, и когда он примет заявку, я на него зайду, получу подарки, так как бы... Я так и буду ходить с крутым пэтом. Ванна закрыта на 5 минуток. Ну-ка быстро спать. То по попе дам. Вы бы знали, как я хочу это яйцо, чтобы мне из него лего выпало. Из какого? Сейчас увидите. Ты опять сюда ходишь? Будешь? Ну ты летишь, что они сделали. Но я не говорю. Смотрите, заотмолдилась. Чё, она горит?
я. Мальчик, ты крыл, отстань от меня. Устой. Палатка горит. Упсик, я сейчас тебя сожгу факелом. Ну, страшная ворона колется. Спасите! Анатепаса еще умеет. Сгори! Весь лагерь горит! Спасите! Игорь попытается такой создать хоррор с вороной. И у вас будет такой факел, чтобы вы ее так... Жги, жги! Но вам нужно вот так было долго стоять, чтобы вам начало сжигаться. И чтобы эта ворона попадала на факел. И сносились ХП. Мальчика забанили. Я не баню никого. Это мальчик, то я просто палатку сжег. И он такой... Испугался, что я... Чувствует. Ой. Тебе хоть нормально? Голова болит. Все, надо время. Сумасшедшая ворона. Ребята, я берусь, когда у меня столько денег уже будет. Сейчас покажу вам так. Сколько стоит? Смотри, они. Один рубль. На кухню. А чё так можно было? Теперь там оставайся. Тебя никто туда не выпускал. Сначала ты. Я сказала сначала я, а потом ты. Блин, палочка не выручалочка, не доставалочка. Ха-ха, Нубик, оставайся там. Мне пон тут ночь на дворе, почему за... Ничего там открыто. Трэш. Прощай, ты сюда никогда не приведешься. Тут как надо делать. Берете его. Так делайте. И все. Он что, ничего не будет, если не сможет делать. Я ж тебя за ним не буду. А чё, с коляской тоже не работают?
А с коляской тогда нужно было работать. Как теперь выйти? Смотрите, чикенбургер. Мой пенсил. Тут знаешь, как это переводится, я сам даже не знаю. Ей такой в таком классе. Вон тю, варикни. Ты тупая, гнаблая курица. А, прикиньте, вы из леперцерии. Дай. Ну, дашьте питомцам пиццу, вам дадут баксы за это, так еще у него на это прокачается. И знаете, что будет? Будет отлично. Так почему с боксов? От него будет 2 сорок. Я бы впитал водок, где не нубик. По сути, что у меня есть лего. Смеет тарики. Какой он наглый. Я всех обманываю на тесто. Прикиньте, мне дадут мега-леонового легендарного Фроста. Флайрайд. Им соглашаться. И они скажут, что я им дам ворону. Фазельки и радельки, и таких еще 15 штук. Я бы такое обманула тому, как ты побьешься. И такой серьезно просто вышел. Никогда это не делайте. Где-то уж свою песню создали. Слушай, я тебе на пол выкину пиццу. А где баксы? Ты что, все съел? На пол я тебе буду кидать вечную пиццу. А где баксы? Ты мне обещал баксы. Вечерник с пиццей. Вечный с пиццей. Ну все, я буду копиться.